Здравствуйте! Вы на канале «Семья Назаров». И сегодня мы продолжим делать аквариум. Вот у нас для этого есть такая, вот у нас кисточки. И вот такие вот у нас краски. Посмотрите, пожалуйста. У нас есть коробка, да? Да, вот она от Пони моей любимой. Вот, Ваня. Такая красивая коробочка, и мы из нее сделаем аквариум. Аквариум, да. Вот она умеет вот это. Светиться и говорить. Привет! Я пью Пенда Каденс. Каденс. Приглашаю тебя. Рыбки такие, вот они на веревочке будут там висеть и плавать. Давайте будем разукрашивать рыбки, которые тебе вот, ой, запутались. Мама, я вот эту возьму. Давай, Коль, тебе эту, бери кисточку. Вот краски у нас тут, да? Бери свою кисточку. О, ты уже тут намазал хорошо. Давай вот так вот. Держать, а ты разукрашивай. Разукрашивай. Было. Ну, мы разлили краски. Да. Так, у нас вот такая коробочка. Синий. Сейчас приклеим наш фон. Вот наш фон. Давай, на вот это приклей. Вот клей, вот это сюда. Наши камешки. Это наша улитка там будет. А сейчас я буду красить саму коробку. Да. Просмотрим, может, покрасить. У нас еще будет улиточка ползать, которую мы сделали из этого, из теста и камешки положим. Мама, можно я разложу камешки? Будем делать рыбок для нашего аквариума. Да, нам что нужно, Маш? Листочка, клей. Клей бывает. Это формочки наши. Да, это форма наша. А это бумага. Из пластилина, да? Из пластилина формы. Будут у нас две рыбки вот такие плавать. Тебе вот бумажка, нам нужны маленькие бумажки такие. Давай. Такие бумажки. Так, теперь мы клеим вот так вот
наши для аквариума. Выковырили мы форму, пластилин выковырили. Теперь приклеим друг друга эти две половинки, чтобы у нас были раки. Ниточку. Клей ПВА. Вот такая рыбка. Вырежем плавники и хвостик. И тут то же самое. Вырежем плавники и хвостик, а потом разок. У нас для аквариума наши камешки и улитка. Коля будет красить камешки, а Маша улитку, да? Все. Вот какая улитка розовая получилась. Коля. Ой, а Коля камешек какой красивый. Это Коля, да. Четыреглазых улитки. Существует четыреглазные улитки. Вот глазки и ротик сделали улитки. Давай еще и пятнышки сделаем здесь. Угу. Можно? Так, попробуем сделать фон для нашего аквариума. Так, методом рисования солью и акварельными красками. Восковый карандаш сделаем такие волны. Федя, ты мне вообще без тебя вот у нас прям никак. Волны у нас будут такие, да? Теперь акварельными красками, синим и зеленым цветом, больше никакой не берите, красьте вот эту всю поверхность. Давайте, можно красьте еще другими цветами? Синий-зеленый. А еще каким-то можно. Так, итак, это у нас фон. Теперь берем соль и осторожненько сухими руками посыпаем наш рисунок. Почисти у меня. Давай, посыпай, доставай соль и посыпай. Осторожненько. Да, мама. Чуть-чуть только, Коль. Смотри, соль как разъезжается и получается какой узор красивый. Видишь? Да, я вижу. Хватит. Впитывает. Иди сюда. Иди. Получается такой красивый рисуночек. Все, убери руку, все, хватит. Последний, вот сюда. Коля, хочешь посыпать еще? Давай посыпь вот сюда солью, вот здесь посыпь. Можно мне тоже? Все, Коля посыпь сейчас. Давай вот здесь посыпь солью. Вот. И сейчас посмотрим, что получится. Вот, как она впитывает. Федя. Соль впитывает краску. И получается такой красивый рисунок. А еще Федя нам тоже сделал рисунок. Все. Здравствуйте. Мы покажем вам, что нам получилось. Вот, можете обратить внимание, как у нас уже хорошо получается это делать. Как у нас получилось, да? Рыбки вон плавают. Это как аквариум. Настоящий подводный мир. Коль, не суй, потому что не вытащишь. Заметьте, там свечение небольшое для рыбок, чтобы там не слишком было темно. Вот, а рыбки плавают, да, как водички, туда-сюда. Вот прям настоящий аквариум у нас получился. Да, но только эти рыбки настоящие, они на веревочке. Да ладно, смотри, какие настоящие. Настоящие же, Коль, скажи настоящие. Да. Вот, видишь? О-о! Угу. Улитка там и камешки плавают, вот так. Ну все, пока-пока.